рассчитывать. Так, готово. Сейчас он настроится. Разве не на нас нужно настроить, чтобы... Не, пофигу. Калибровка это горизонт. Там, я забываю, как называется, у нас дружище есть. Вертикаль. Не. YX. Вот, вот уровень как по-другому, вот, когда катается. Как? Как он? Наклон. Вот есть такая функция в телефонах, так вот бывает игра, так, когда шарик лежит, а он зык-зык-зык. Акселометр. Ну, еще по-другому, как ее есть. Это не акселометр, это скорость вроде меряет, акселометр. Там вот такая же... Спидометр? А? Спидометр? Блин, сейчас. Ну, скорость меряет. Гироскоп. Тахометр. Гироскоп, да. Гироскоп. Это штука. Здесь же гироскоп. Функция гироскоп, да, которую... Я просто забываю, да. Вот это такая же. И он настраивает как раз... Он же, смотрите, в чем прикол. Вот эта цифровая штукенция, она помогает вращаться вот это всему. То есть настройки, например, если мы делаем, то как бы раз, 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 раз. Можно вообще функцию сделать такую. Сейчас, смотри. Сейчас, погоди, Артемий. Ты где? Стоп. Сейчас, секунду. Сейчас будет делать крокодила на YouTube. Да нет, вы-то что, вам-то здесь зачем, парни? Тихо-тихо. Не-не, вот здесь не надо находиться. Сейчас, секунду. Вам надо просто там стоять и все. А на Артема будет двигаться тоже? Да. Ой, я тебя ну вижу. Да, мы потому что выставим. А я наоборот на или давай не Артема, а кого вот давай. У нас кто? Вставайте, любой, любой. Володь, Володь, стоп, давай. Иди. И вот она отслеживает его. Смотри, Никит, ты видишь, да? А можно мне? То есть тебе же показывают. А что смысл? Нет, так она снимает тех, но отслеживает Мишаню. Но у него просто удачный зеленый цвет, походи. Попутается она, нет? Сергей Геннадьевич, не хочу попасть. А, все, она перепутала, сбила много людей. То есть как камеры замутить? Надо себе какие-то, знаете, нарезанные, наклеить сюда. Всякие штучки. Оп, Диман включил отслежку. Раз, раз, оп. А можно мне? Оп, сейчас, секунду. Парни, да мы сейчас всех поснимаем, не переживайте. Я хочу просто посмотреть. Как ты это сделал? Я нажал на эту штучку. Да, она отслеживает, это он запомнил. Два раза это фиксированное, вроде. А ну-ка, меня запомнил. А, нет. Два раза он все. Переводит в... Да, она сейчас Мишу запомнила. Да, нет. Нет, меня. Переводит нет, тебе, Андрюха, да, она за Андрюхой. Один раз нажать. Да, два раза он выводит опять на центр. Да. Три раза на центр. Элементы, а вы этот не сделали еще ворона. Я погружаюсь. Парни, на ворон все. Тихо, тихо, стоп. Готов. Серый. Давай, заснимем. Это погружение. Смотри, вот мы вчера с Денисом пробовали, думали, опять, как, чтобы она выцепляла. Поиграешь либо этим. Я могу поснимать. Да не, нам надо поделать. Либо проходку просто можно будет сделать. Сейчас я просто посмотрю. Я не буду на стойке, у меня... А можно не на стойке? Можно сделать, попробовать проходочку. А можно не на стойке? Вот такую какую-нибудь. Попробуй. Ну, в течение минуты, да? Держи. Я тоже попробую. Мы сейчас по-другому сделаем, Серый. Мы сейчас по-другому сделаем. Иди сюда. Да. А вы не видели еще? Вы не видели еще? Нет? Зайди на YouTube, сейчас зайдешь. Смотри, вот сюда вставай. Сейчас, секунду, я покажу. Это я. Что говоришь? По тысяче просмотров. Это вот так вот, Никитос. Возможно. Смотри, наверное, надо в горизонт. Ты видел? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотри, я буду вот здесь, сначала вот так сделаешь. Наведешь, чтобы день был на колесе. Парни, Диман! Ага, вот нормально, да. А потом переведешь на всех. Вот, четко получится. Смотри, что сейчас будет, парни, приготовились. Кому стойки не нужны, давайте. Больше времени пошло. Здесь опасно будет. Куда там, погружение готово? Смотрите, вставайте туда, сейчас. Не-не-не, Дамир, это, вы на стойках, внизу на стойках, Дамир, внизу на стойках. Я хочу... Не на стойках, хорошо, ладно, стоечки просто рядом с собой поставьте, либо в сторону уберите. Я так. Смотрите, что делаем. То есть принимаем положение. Главное так вперед, нет, не улететь. Начинаю? Нет. Сейчас они примут все, то есть принимаем положение и стоим по максимуму. Дамирчик, встань, пожалуйста. Все, ровненько, вот здесь, Дим, ровненько построить, Дамир, а? Дамир. Ровненько постройтесь, ровненько, красиво, везде, да, Дамир. Как будет? Всем приготовился, готов? Как будет вид? Чтоб, Дамир, чтоб ты не задницей был к Сергею Сергеевичу, а хотя бы лицом или боком, вот иди рядом с Артемом. Или здесь, знаешь что, когда, смотри,
Чуть-чуть сдвинься туда, парни, рядом с Володей, иди с Артемом, иди просто за Артема заходи рядом с Володей, Артем будет здесь, да. За Артема заходи с той стороны, рядом с Володей, да. Вот. Туда, подальше чуть, Андрюш, Миш, сдвиньте сюда к Семену. К Семену. Руслан, а ты в сторону чуть, на место Миши. Руслан, а ты на место Миши. Давай. Готовы? Ну вы что делаете? Давайте без... Я сказал же, как, парни, хорош, лишние движения совершайте. Женю, вы встретитесь. Есть там место. Андрюш, знаешь, почему оттуда Дамир ушел? Чтобы задницы к Сергею Сергеевичу не быть, а ты хотел туда пойти. Ну смысл, мама-то на жопу нашу смотреть будет, наша мама. Надо красиво, да, смотреть красиво, все четко. Пробуем. Раз, два, три. Сейчас, Серег, рано. Сейчас нажми на стоп. Раны сделал. Отвечай, отвечай. Сейчас еще раз будешь. Сейчас еще раз будешь. Получилось? Да нет, все. Сейчас. Стоп! Руки сбросили, приготовить. Надо сесть четко. Семен, парни, сейчас тогда делайте стойку, которая у вас получается. Делайте стойку, которая получается, чтобы не падали. Ладно, Семен? Лягушек, получится сделать? Все, готовы? Ровненько расставьте, Серый. Равноту им расставьте, чтобы они ровненько стояли. Это, ложите руки по этой линии. Никит, чуть-чуть вперед. Вот, Вадим ориентирует по линии ручки. Артем, а ты тоже можешь с ребятами это, ориентироваться на вот эту линию, например, сориентироваться. Парни, сориентируйтесь на Артема, пожалуйста. Дамир, Володь, вот по этой линии ручки поставьте, пожалуйста. А стоечки надо вдоль стенки, Володь, сзади тебя стоечки убери, вдоль стенки поставь. Вдоль стеночки. Да, чтобы не мешали они. Раз, два, давай. Готовы, Серый, как все примут положение, включаешь? Ну, давайте. Раз, два, три, поехали. Сейчас все примут положение, и Серый включит. Давай. Взгляд вперед, светлое будущее. Держи. Все, что ли? Хорош. Нормалек. Теперь давай смотрим, что получилось. И теперь посмотрите. Сейчас, секунду. Давайте идите, Серый, покажи, что получилось. Вот пусть посмотрим, что парни, пусть посмотрят. На их равноту, на их гордость. Да? Попробуй, давай, да, аккуратненько. Как в танке, да? Посмотрите, Артем, ну, не, у вас-то, да, нормалек. У вас я верю. Дамир, иди посмотри. Можно сверху еще построить, только аккуратненько. А что еще сверху? Сверху поставить колесо, как люком закрыть. Оп, Никитос тоже решил, да? Детство вспомнить. Молодец. Посмотрите, как получилось. Нужно было замедлением снимать. То, что мы очень так долго делали. Равнота, а? Нужно было замедлением снимать, то, что якобы мы это... Ты какой хитрый. Сейчас, погоди, элементы будут. Сейчас, секундочку. Красавчики, все понравилось? Да. А теперь, парни, у кого есть ютубчик, нормальная скорость, ютубчик, включите ютуб, посмотрите, что получилось ваше перепрыгивание. У кого нормально? Никитос, у тебя безлимиточка? А я уже... Все, ты не безлимиточка? Раздай интернетика. Или нет тебе? Мало интернета? А можно сделать элемент? Секунду. Парни, сейчас переходите на турнички, но лесенка будет. Лесенка с 10. Смотрите, какой танк. Молодец. Он там... А там еще двухэтажный машина. С 10 до 1, но подтягиваемся в уголке. Серый, пройдешься, поснимешь так же, как они потихоньку. Парни! А какой шаг? Один, 10, 9, 8, 7. А можно мне сейчас? Ребят, ушел. Дамир, элементы. Можно сейчас быстро, я просто не... Давай, на элементы, Дим, Володь. Можно, ладно? Парни, попить и мыться в туалет быстро и подходим, начинаем делать. Пожалуйста, побыстрее, парни. А я маленький. Володь, ну залезай рядом с Дамиром, нет? Да, залезай. Рядом, вдвоем, давай, вдвоем. Нет? Танкисты. Ну, раз, раз. Парни, в уголке подтягиваемся. Попейте мыть в туалет, пожалуйста. Я пошел элемент тогда делать. Семен, если не получается... туда же можно по бокам залезть. Миш,
Ну, модные перчатки, вы там, согласен. Там да. Где? Вы знаете, кто идёт? Тихо. Вдвоём страшно. Знаешь, что мы делали? Мы в самую нижнюю ложились, там три человека. Подняли, ты видел? Андрей, ну, там страшно. Так страшно. Я того передумал. Там просто закрыто все сушки. Да, ты закрывайте, я влезу. Тун, тун, тудун. То есть надо пойти, чтобы может быть подняли. Закрывайте. Договорились? А сколько раз? Я сегодня похоже. Тоже конкурс. Аня, вообще не в конкурсе, да. Все, поехали. О, вот что залез. Володь, вылезай, ну подтягивай, братан, пойдем быстрее. Все, ребят, давайте, Серый, ты команда, парни, стоп, 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 давайте по красоте. Давайте по красоте. Я не могу, у меня поясница болит. А ты знаешь, просто медленно, медленно. Нет. Я уголок именно сам подтягиваю. Поясница мешает. Уголок я хоть могу на стойку подержать, а... Ребят, именно когда я подтягиваюсь, у меня что-то... Пожалуйста, на меня еще раз внимание посмотрите. Я вот сейчас покажу один прикол. Знаете, почему он подтягивает? Нормально, нормально, смотрите. На меня внимание. Тихо. Сейчас. Смотрите, внимательно. Но, пожалуйста, парни. Первый момент. В уголке, когда мы ноги поднимаем, смотрите на живот, потом на спину посмотрите. Сюда, пожалуйста, внимание. Вот то, что у нас висят картинки анатомии, надо это изучать. Но там все-таки анатомия, мышцы показаны, ну, как бы, препарация, они мертвые, они не двигающиеся, да, мышцы. Нам надо изучать анатомию движения, биомеханика. Первое, смотрите, что с телом, когда... Смотрите, пожалуйста, секунду. Когда вы ноги подняли. Со спины смотрите. Либо разница, да? Либо смотрите, если вам тяжело в уголке, то делаем другое. Видите, я спинку прогибаю. Поделайте хотя бы вот так, чтобы вот эту часть 10, 9, 8 с прогибом, да. Посмотрим по поведению. Спинку надо прям прогнуть, да. Кроссфит добавляет, они вот так еще мотыляют себя. Ну, или кто хочет быстрее. Здесь мы статически замираем. И пошло. По команде Сергея Сергеевича. Готовы? Ну-ка, давай, малышня. По высоким турничкам. Там только вообще можно. Прямо к Володе. Давай, Андрюш. Дима. Не-не-не-не. Ну, он просто вот так сделает, чтобы Володе не было. Да. Хочешь перчатки? Да нет, они у меня... Сейчас я... Они у меня просто быстро как... А ты на пальчиках, Дима, ты крючочек сделай на пальчиках. Там что-то было, все равно. Парни, у кого мозоли болят, пожалуйста, еще раз на меня посмотрите. Вам не надо всей толпой, Мишань. Тебе надо уже сюда, рядом с Никитой переходить, конечно. Конечно, надо уже здесь, здесь, вот здесь, уже где Дамир рядышком. Смотрите, на пальчик, у кого мозоли болят. Вот здесь и замечательный турник, Артем. Смотрите, на пальчик. Хоп. Я лишаю себя возможности вот здесь. И просто на пальчиках. Конечно, я верю. По команде Сергей Сергеевич приготовились. В серый ракурсе как-нибудь под. Знаешь что? В облет можно сделать. Да, прям воблет круг. А у них будет 10, потом 9. Давай, командуй. Давай, как скажешь. Слушаем внимательно и готовимся. Да, развернитесь спиной к друг другу. Пожалуйста. Готовы? Да. 10, 9, 8, но потянемся, либо... Сейчас делаем лесенку или просто снимаем? Сейчас мы... Это этап лесенки, который для съемки. Красиво надо сделать. Дамирчик, развернись лицом вот к стене. Вот сколько мы делаем элементов? Да, если вы сделаете все хорошо. Ножки, коленочки к себе подтянули, помните, да? И потянемся 10 раз. Команду Сергей Сергеевич, слушайте, пожалуйста. Чётенько, красивенько. Сергей Владимирович, здрасте.
Терпим, 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 парни, терпим. Делали 10, делаем 9. Отдых 5 секунд между подходами. С 10, потом 9, потом 8 дадим, как обычно, да, по стандарту. Че, Никитос, интернета нет у тебя, да, накидать мне? Я говорю, процентов мало. Процентов чего, зарядки? Я думаю, процент крепости. Телефон наш интернет раздает, начинает разрушаться. Так, бах, разрушается, разрушается. Нет? А зарядки нет у тебя? Ну, а хватит тебе, может быть, на 2 часа тренировки? Давай попробуем одну, вот это видео сбросить. Сколько? О, Дамир, братан, раздай интернета. Точно, я забыл, у тебя же безлимитка. А у тебя процент нормально? Че, посмотрите на вашу красоту, посмотрите, Сергей Сергеевич, покажи, покажи. Видео веселое. А? Веселое? Посмотрите. Дамир, точно нормальный процент, хватит зарядки, раздай, пожалуйста, брат. И давай, раздавай, включай, посмотрите, как Сергей Сергеевич он вас поснимал. А то я не смогу, прошу. Подключил, да, иди, посмотри видео. Смотрите видео, потом доделать. Все парни подбежали, посмотрели, пожалуйста. Давайте, давайте, Миш, в темпе, посмотрите. Чтобы вы... Это работа над ошибками. Это работа над ошибками. Дим, все, не балуйте. Артем, посмотрите, пожалуйста. Дамир, посмотри, пожалуйста, Дамирчик. Сверху, а тут тебе видно будет. Володь, аккуратно, Володь, тебе не видно? Попроси, чтобы тебя... Заходи. Володь, иди сюда. Пролезай здесь. Пролезай здесь. Пролезай, 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 короче, смотри. Ты, тебе видно? Иди сам посмотри, что там происходит. Лица свои, давай. Давай. Володенька, не балуйся. Давай, иди тоже посмотри, поулыбайся. А что, он снимает? Да. Мамки, чтобы знали, что вы делаете, да, матушки? Не ругайте нас, пожалуйста. Все, парни, посмотрели, порадовались. И поехали, лесенку заканчиваем, продолжаем. Лесенку? Давай, Серый, сейчас я выложу. Как вы, так, как вы лесенку доделаете, элементы будут? Подтягивали, вообще прикольно. Да? Ну, молодец, снимал, да, с душой снял? Все, конечно, как всегда, сейчас потихоньку. Володь, сейчас Володь. Как правильно ходить с этим. А прикол там что было? В чем прикол? Такой, что он начинает уворачиваться, он вроде на место, и потом он раз, плавно начинает заходить. Я на это не вижу. Сделал здесь. А теперь давай все, лестницу доделываем. Теперь надо 9, 8. Молодец, да, Серый, 9 надо раз, 8. Дамир, Володь, хорош. Серый, сейчас он ругаться будет. Ты если что, поехал? Пошел? Сейчас как раз перета, сейчас попробую перебросить. Дамир, меньше отдыха, больше дела. Парни, пожалуйста, быстрее. Дамир, братан, терпи. Парни, парни, быстрее. Вам Артем, Никита, Дима не зря подсказывают. То есть, парни, пожалуйста, сделайте, все, начнем быстрее. Время 19:13. Вы за час справились. Молодцы. Че, говоришь? За то, что вы справились? За это главный подарок — хорошее настроение, Дим. Конечно же, будут. Конечно же, будут. А ты занимаешься только ради подарков? Подарок главный какой? Чудо, которое ты делаешь сам со своим телом. Это главный подарок. Тихо, тихо, не ругайтесь, не ругайтесь.
Не ругайтесь. Серьезно? Диман, ты ругаешься, что ли? А Сергей Сергеевичем драться хочешь? Если с кем не хочу. Это хороший, это молодец. Он максимум с это, с Вовой выскочит и все. С Володькой? Да. Блин, у Володи для него опасность создаст большую. Опасно, Димарь. Тогда уж надо не с Володей, тогда уж со мной надо. Да. Да говно, да? Трэш-ток. Мусорный разговор, блин. Не надо обзываться друг на друга, парни. Давай. Нет. Так, доделали? Да. Теперь, парни, слушаем мою команду, пожалуйста. Сейчас первое. Расстилаем маты. Только сначала слушайте. Сначала слушайте. Второй момент. Расстилка матов. Соблюдение техники безопасности по выстиланию, по вообще всем упорядочению листов мата, поролона и прочее, чтобы не было щелей. А, третий момент. Очень важный. Слушайте меня. В области исполнения элементов не находимся. Разбились, разойдемся опять на несколько групп. Для того, чтобы я не видел простаивания. Кто-то будет проходить... Кто-то будет с железом, кто-то на стойках, кто-то на перекладинах, кто-то на турниках, конечно, чтобы я не видел простаивания. Первое предупреждение, помните, 50 раз даже с учетом... А что мы вот так выстраиваемся и по счету, то есть? Нет, вы сейчас сами должны разделиться. Руслан, давай, вы думаете, как вы среди малышей разделитесь? Взрослые сейчас сами решат. Не-не-не, вам надо понять... Ты бери, конечно, Димана, не вопрос, просто это. Парни, пожалуйста, вы должны так находиться. Андрей, помогай маты расстилать. Вы меня слышите? Первое предупреждение за простой, за шум, за разговоры 50 отжиманий. Второе 100, третье 150, я не шучу. У вас либо ближайший час пройдет в хорошей тренировке, либо ближайшие для кого-то 2 часа пройдут в очень насыщенной тренировке. Дамир, зря туда все маты настилаешь. Зря все маты, потому что надо в изголовье. Все, сейчас посмотрим, как вы с этим справитесь. Дамир, маты в изголовье должны быть постеланы. Я не знаю. Сейчас поймем. У меня такое чувство, надо малышей разделить на 2 части и кого-то... Диман, хочешь быть атаманом среди малышни? Побудешь атаманом? Побудешь? Это не сегодня кукует, буду учиться, ладно? Пускай меньше матов тогда уж. Зачем мне спрашивать надо? Вот так ты слушаешь. Где нельзя находиться? Где им слова говорить хорошо? Парни! Они же не делают там же. Настойки серьезные. Так, Дамир! Ты на этом турнике со взрослыми? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Артем с Димой, можно я попрошу вас одну такую тему? Возьми себе 3 на 15 минут, и Диман себе 3 малышей возьмет. Дамир с Никитой пока на взрослых. Я никого брать, никого не хочу брать, они все балуются. А любых 3, вот любых 3, сюда просто на стоечке сейчас, на 15 минут. Любых, да. Вот он да. Не балуется. Посмотри, сколько у меня тапорик на стоечке. Я просто не вижу. Так, убери с этого. Сейчас мы на видео даже с ним, какая-то блестка у тебя какая-то. Сейчас, секундочку, дай, погоди. Подойди к зеркалу, посмотри под левым глазом, блестка у тебя под левым глазом. Надо, сейчас вас, смотрите, Семен. Семен, Андрей и Руслан. А, нет, опять отставить. Семен, Андрей и Володя с Артемом, 3 белобрысых. Володь, иди к Артему. Семен, Андрей, да. Миша, Андрей и Руслан с Димой. Дима. Миша, Андрей и Руслан с Димой. Сейчас Володя, Андрей, другой к Диману и к Руслану. К Руслану отходи. Семен, Андрей и Володя с Артемом. Сейчас давай задачу, стойка на руках и по это перешагивание. Ты, Андрей, с Русланом и Миша к Диме. Миша Фаизов к Диме. Андрей, а ты с Артемом.
Андрей, ой, Семен, ты с Артемом. Семен, вот Артем. Познакомься, подойди, представь, что это ты. Подойди, поздоровайся. Семен, подойди к Артему, пожми руку, чтобы он запомнил. Артем, познакомься с Семеном, чтобы ты запомнил, что это Семен. Пока давай сейчас делаешь свободную. Сейчас, секундочку. Свободные элементы делаешь. Свободные элементы, да. Диман, ты их быстро, 15 минут качни их на перекладине. Никит, ты можешь с Дамирчиком. Да, да, он Дамир. Познакомься с ним, что это Дамир. Ты можешь с Дамиром на легкие элементы. Дамир, покажи что-нибудь Никите, он тебе что-нибудь покажет. Легенькие элементы, быстрее только, парни. Никит, либо помоги Артему поставить Володю в стойку на руках. Вот Володя вот стоит. Вот Володя возле Артема слева. Я понял. Парни, еще раз быстрее, 15 минут у вас, стойка на руках, пожалуйста. Задача, просьба. Просьба, стойка на руках. Да, помоги. Он постоянно кувыркается. Надо терпеть. Давай. Смотрите, ну-ка. Вова. Давай делай. Володь, смотри, как можно сделать. Ты можешь. Володенька, смотри на меня. Ты меня видишь? Ты можешь встать на голову. Вот так. Облокотиться на ручки и ножки поднять. Вот так. Вот просто попробуй вот так сделать. Как? Это легкотня, конечно. Давай, Володь. Лучше на руках. Ну лучше на руках, да. Да. Да что ты сделал? Так ты стену убери. Терпи. Так ты головой к стене поближе. Вот. Да не так близко. Вот. Оно тебя не перекинет. Давай. Давай. Как что ты делаешь? Нельзя так. Держись. Я должен замок уметь ходить. Ну, очень скачет. Вот ты когда уже замок почти находишь, ну, вот как он, тогда отрукай руки и грудь есть. Ты перестанешь. Нет, понимаешь? У него грудь, да. Какой-то место, у него грудь халява. Стой только. Не то, что руки, у него грудь такой. Давай, еще прям пару минут, стойку на руках. Пробуй, прям пару минут, Артем, давай на момент. Да. Весь мир бывает. Надо пробовать. Так, Серый, сейчас я быстро выходи, дни запишу. И все, пока за ними. Чтобы последить. Мозоли болят? Так, у кого чьи руки болят, внимательно. Вот хорошо, тихо. Вот простаиваете. Я с вами предупреждал, что простаиваете. Я объяснил. Да, я понял. Внимание на меня. Если ждешь турники, Андрюш, ждешь турники, простаиваете. Смотрите, можно бить, но лучше всего заняться полезным делом. Да. Это тоже хорошо. Близок, конечно, молодец. Либо так, зацепились, перекладились, поднялись, держим. И вот так. Запомнили, Миша? Не стоим, не простаиваем, Андрей, Дамир. Слышите? Не простаиваем, показываем, молодец, не простаиваем. Что-то делаем, должно сделаться. Не нужный элемент, да. Димон, ты вот недавно на прямой руке научился. Ну и молодец, он теперь всем объясняет, что это надо учить. Молодец. Володя, не отвлекай, пожалуйста. Володя, не отвлекай его, пожалуйста. Блин, короче, Серый, сейчас надо всех на флажок загонять. Вот это прям вообще. Я надеялся, так сегодня без движений вот этих, без нарушений. Что за прикол, блин? Парни! Парни! Вот прям вот чаша терпения сейчас наша всех наполнится, и мы будем... Что-то делать веселое. Сделал? Алло, можно есть? Вова. Вот пробуй, а тебя Никита подстрахует. Давай, спрашивай у него. На кунг-квад он переходит уже. Никита это другой, это Артем.
Он тебе доверяет, Артемий. Что, Сера, они балуются, да? Да, вы его под спинку держите и подножки закручиваете. Под спинку и подножки. Да. За ткань держите, он все равно этот, ну, если он будет падать, вы его взык, как на парашютике. Русик оторвался, да? Это бывает. Дамир, ты можешь... Ой, отставь, Дамир, ё-моё. Андрюх, не отвлекай меня, пожалуйста, сейчас запишу, ладно? Если что, у Сергея Сергеевича вопрос спроси. Парни, меня не отвлекаем. Терпим. Пожалуйста, потерпите 5 минут, пожалуйста. Все доделали, все сделали. Давай, на элемент также. Артем, такая же тема. Не простаиваем, делаем все четко, красиво. Миш, можно на элементы? Пожалуйста, не простаиваем, ладно? Падай. Оп. Смотри, как он заваливается, да, просто? Володь, голова болит, отдыхай. Семен, Андрей, все, потихонечку отдыхаем, вернее, отдыхаем и переходим на элементики, ладно? Володь, переходим на элементики, добро? Или ты в танки хочешь? Блин, опасно, братан, не лазь там, пожалуйста, оно может упасть. Я тебя прошу, пожалуйста. А? Не надо, оставь там, Володь, пожалуйста. Она может упасть, давай в конце тренировки. Давай, мы в танк поиграем, да, в конце тренировки. Давай, на элементики переходи к ребятам. Парни, не простаивайте. Димарик, молодец, Руслан подсказал, молодец, спасаешь Димана. Мишаня, молодец, только я бы на твоем месте поделал бы флажочек. Сейчас я запишу все быстро, парни, все будет четко. Серег, а достань, пожалуйста, колоночку, и где-то там в кастрюльке розетка должна быть. Подзаряди... А, вот у меня есть зарядка, погоди. Колонка где-то справа есть, да? А то что-то кроме нас никто не этот... Давай сейчас мы подрубимся, секунду. Вот это подключи колонку к розетке. Ой. Давай, да, распутай. Колонка, розетка, стоп. Блин. Голубой зуб. Кнопка поверь. Не шумим. Парни, не шумим. Эх, сейчас вопрутся. Блин, хорош шуметь, парни. Володь, ну вы сейчас спокойно не умеете, что ли? Ну, вам... Вы играете? Не, сам сделал. Только аккуратнее, ладно? Вы же можете не шуметь? Вот, видишь, у него нормально. Да нет. Серый, а синенький Bluetooth там мигает? А нажми, подержи его, пожалуйста. Какой подстрелочный? Ну, подержай там чуть-чуть, там несколько секунд. Все так же мигает? А? Выключился? Ты меня послушал? А, вот, подключился, да? Да, все, подключился, класс. Благодарю. Отдай ему резиночку, Серый. Достань ему зеленую резинку, я вытащил ее. Сейчас, погодите, Сергей Сергеевич поможет.
ноги не берут. Прямыми ноги к себе. Давай, тянет. Все, Димон. Ну подождите. Да все, Димон.